Добрый вечер! Вы смотрите «Оствес», немецкий телеканал на русском языке. Это программа «Восток-Запад», в студии в Берлине Константин Хакиталь. И вот о каких новостях я сегодня вам расскажу. Режим карантина в Германии будет продлен до 4 мая, однако некоторые послабления можно ожидать уже в ближайшие дни. Почему министр здравоохранения Германии теперь реже будет пользоваться лифтом? И сколько миллиардов получит компания Adidas от немецкого правительства? Дональд Трамп пообещал снять ограничения карантина в США еще до мая и в самый пик эпидемии приостановил выплаты членских взносов Всемирной организации здравоохранения за ее неспособность справиться с эпидемией. Немецкие власти за ВОЗ уже вступились. Только что Ангела Меркель выступила перед прессой, где сообщила, что режим карантина в Германии продлен до 4 мая. Маленькими шажками мы будем обеспечивать нормализацию общественной жизни. Это цель, которую поставило себе правительство. Каждые 2 недели кабинет министров будет проводить оценку ситуации в стране и предпринимать необходимые действия. Со следующего понедельника, а это 20 апреля, в Германии откроются магазины, чья торговая площадь не превышает 800 квадратных метров и позволяет покупателям держать необходимую дистанцию в 1,5-2 метра. А с 4 мая планируется открыть магазины покрупнее. Тогда же к радости для многих должны будут открыться и парикмахерские. С 4 мая планируется постепенно открывать школы для старшеклассников. Кроме того, правительство рекомендует гражданам ношение масок в общественных местах, в магазинах и на транспорте. Разумеется, со стороны представителей различных отраслей в сфере услуг с каждым днем нарастает давление на немецкое правительство. Так, немецкий союз рестораторов Дехога, чтобы хоть как-то увеличить обороты в гастрономической отрасли, требует разрешить работать ресторанам и кафе на вынос хотя бы до 22 часов. По правилам, которые действуют сейчас, рестораны и кафе должны прекращать принимать заказы на доставку в 18 часов вечера. Спортклубы также надеются на скорейшее прояснение ситуации. Их владельцы несут финансовые потери, хотя, надо признать, не все немцы требуют вернуть свои членские взносы. Многие не хотят расторгать долгосрочные договоры и продолжают платить. Но ситуация может кардинально поменяться, если клубы останутся закрыты хотя бы еще на месяц. Эти вопросы пока остаются открытыми. Возможно, если уровень заражения коронавирусом до 30 апреля снизится, то правительство сможет принять решение и по этим вопросам. В здании нового берлинского аэропорта Берлин-Бранденбург в конце апреля должно было пройти генеральное учение по работе системы аэропорта в случае возможных внештатных ситуаций и пожара. В этом учении планировали принять до 1000 человек, однако из-за коронавируса учения сегодня были перенесены на лето, сроки пока не называются. Руководство аэропорта не видит в этом переносе опасности срыва графика открытия нового берлинского аэропорта. По планам, открытие намечено все еще на 31 октября этого года. Активисты левого движения группа «Вулкан» сегодня заявили о том, что пожар, который вчера возник в кабельной шахте под улицей Франклинштрассе в Берлине, был делом их рук. Дело в том, что там проходят коммуникации, ведущие к институту телекоммуникаций имени Хайнриха Херца. И как раз в этом институте сейчас интенсивно работают над созданием специального мобильного приложения, которое может использоваться правительством Германии для наблюдения за перемещением своих граждан во времена карантина. Пока предполагается, что использование данного приложения будет пользователям анонимно и добровольно. В Дрездене для людей, чья профессия входит в группу риска, а это, например, медицинские работники, сиделки в домах престарелых, пожарные и сотрудники скорой помощи, открыли мобильную станцию по тестированию на коронавирус. Чтобы сдать тест на коронавирус, совсем не требуется выходить из машины. Ряд конфузов произошел с министром здравоохранения Германии Йенсом Шпаном в ходе его вчерашнего визита в федеральную землю Гессен. Шпан приехал поблагодарить жителей Гессена за соблюдение правил карантина, а также медиков за их непростой труд. Для этого министру и всем сопровождающим лицам, включая премьер-министра земли Гессен Фолькера Буфье, пришлось плотненько забиться в лифт университетской клиники города Гессена. На фото в твите немецкого телеканала Hessenschau эти стесненные обстоятельства отлично видны. Как во времена эпидемии коронавируса поместить политиков Буфье, Шпана, Клозе, Брауна и Бусера в лифт? Нужно открыть двери лифта.
А кто-то в своих комментариях к этому твиту пошутил так. В лифт к ним хотел было подсесть и сам коронавирус, но, к сожалению, ему там места не хватило. Кроме того, прежде чем сесть в лифт, министр здравоохранения, кажется, надел свою защитную маску задом наперед. Господин Шпан, маска задом наперед надета. Что бы я без вас делал? Спасибо. После инцидента с переполненным лифтом Йенс Шпан пообещал чаще пользоваться лестницей, а депутат Бундестага социал-демократов Карл Лаутербах в своем твиттере из-за этого сравнил Шпана с премьер-министром Северной Рейн-Вестфалии Армином Лашетом. Хотя бы маска на нем хорошо сидит. Впрочем, у коллеги Армина Лашета тоже были с этим проблемы. Карл Лаутербах имел в виду незакрытый нос Армина Лашета, премьер-министр Северной Рейн-Вестфалии, как на этой фотографии, когда-то впервые надел свою маску перед журналистами. Если Германия только планирует поэтапное послабление режима карантина, то ее северная соседка Дания к нему уже приступила сегодня. По всей стране в Дании в среду открылись детские сады и начальные школы до 5 класса. Школьники старших классов пока продолжают свое обучение из дома. Премьер-министр Дании Мете Фредериксен пришла в одну из школ Копенгагена поприветствовать детей. Перед этим она, разумеется, помыла руки с мылом. Вы почти бросились друг другу в объятия, когда снова повстречались. Вас не так много в классе сегодня, и это потому, что вас рассадили по разным комнатам. И некоторые ваши одноклассники находятся сейчас в соседнем классе. Теперь вы сидите за партами на расстоянии друг от друга. Как вам кажется, это сработает? Я бы сказал, что их рассадили достаточно далеко друг от друга. Обычно в классе 24 ученика. Но сейчас мы установили парты на расстоянии 2 метра друг от друга, и в классе теперь не так много детей. Вы следите за новостями о коронавирусе? Очень странные времена. Дания начала вводить меры карантина уже 11 марта. На данный момент в Дании насчитывается чуть меньше 7 тысяч инфицированных коронавирусом. Около 300 человек скончались. Если Дания открывает сначала детские сады и начальные школы, то в Германии пока нет единства на эту тему. Наоборот, в соответствии с рекомендациями Национальной академии наук Леопольдины, детские сады и начальные школы должны оставаться закрытыми аж до летних каникул. Причина – маленькие дети не смогут соблюдать необходимую дистанцию. Министр по делам семьи Франциска Гиффай не согласна с такой рекомендацией. Она заявила, цитата, «Это хорошо, когда планируются конкретные шаги в сторону нормализации, однако эти шаги должны проверяться на их пригодность к повседневной реальности. Теме совместимости семейной и рабочей жизни при принятии решений должна также отводиться важная роль». Миллионы родителей вынуждены совмещать работу и заботу о детях. Немецкий союз родителей призвал правительство постепенно открывать детские сады, если правительство хочет, чтобы родители смогли полноценно работать. Сегодня президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к странам-членам ЕС с просьбой очень взвешенно подходить к отмене ограничительных мер карантина и рекомендовала постепенное возвращение к нормальной жизни. Я хотела сказать, что это выступление не сигнал к тому, чтобы меры по самоизоляции и карантину были бы сейчас отменены. Но это выступление лишь создает рамки для принятия решений государств-членов ЕС. В целом мы рекомендуем постепенный подход. Каждое действие должно постоянно отслеживаться. Нужно постоянно отслеживать, повышается ли уровень вирусной опасности, или он остается на стабильном уровне ниже определенной отметки. Урсула фон дер Ляйен в своем интервью газете «Бильд» посоветовала гражданам лучше не планировать летние отпуска в этом году, а гражданам пенсионного возраста настроиться на продолжительные меры карантина. Самой Урсуле фон дер Ляйен этой осенью исполнится 62 года, а канцлеру Ангеле Меркель сейчас 65.
Всемирная организация здравоохранения признана Дональдом Трампом виновной в неспособности справиться с эпидемией коронавируса и раздаче вредных советов. Сегодня президент США объявил о приостановке уплаты членских взносов в эту организацию. И это в самый разгар эпидемии в мире и в США. Германия уже отреагировала на это и поддержала ВОЗ. Я уже сказал, что немецкое правительство убеждено в том, что ВОЗ во время этой мировой пандемии играют важную роль. Канцлером было сделано четкое заявление по поводу пандемии в Африке, и нам кажется, что важно не только поддержать ВОЗ в ее работе, но ее и финансировать. Кроме отказа вносить членские взносы во Всемирную организацию здравоохранения, Трамп заявил, что он обладает достаточными полномочиями, чтобы определить для каждого штата, как и когда отменить карантин. Трамп настаивает на том, чтобы карантин был снят еще до мая. Протест со стороны губернаторов не заставил себя долго ждать. Президент вчера заявил, что обладает полным правом решать, как и когда в Штатах отменить карантин. Это не совсем правильное заявление. Существует множество статей в Конституции, которые возможно толковать двояко. Однако это как раз не такой случай. Вы знаете, сегодня утром президент опубликовал несколько твитов, где показал свое недовольство. Это твит о мятеже на корабле «Баунти», где губернаторы у него мятежники. В твите говорится, что губернаторами он недоволен и что это мятеж. Президент явно готовится к драке. Если он хочет драться, то драки от меня он не получит. Нам придется работать вместе. С кем ассоциирует себя Дональд Трамп? Видимо, с капитаном корабля «Баунти» Уильямом Блаймом, против которого в 18 веке взбунтовались матросы на корабле. Причина восстания была банальна. Матросы хотели остаться жить на райском острове Таити, где они уже успели познакомиться с местными красавицами, а капитан хотел домой. Передайте губернаторам-демократам, что «Мятеж на Баунти» был одним из моих любимых фильмов. Время от времени хороший старомодный бунт — это захватывающая и бодрящая вещь. Особенно, когда мятежникам так нужно что-то от капитана. Все это слишком просто. Дональд Трамп не упоминает концовки своего любимого фильма, где команда корабля все же остается на райском острове. Корабль сжигают, а капитан через штормы и моря возвращается живой домой, но без корабля и команды. На этом у меня все на сегодня. Вы смотрели информационную программу «Восток-Запад» на канале «Ост-Вест». В студии с вами был Константин Хакиталь. А сейчас смотрите в прямом эфире программу «Что бы это значило» с моей коллегой Марией Макеевой. И хорошего вечера, и auf Wiedersehen. Tschüss!